Музей Симбирской классической гимназии выбран местом проведения нового выставочного проекта «Великий физик, великий гражданин» не случайно. Здесь сделал первые шаги к знаниям будущий ученый-физик. Выставка эта посвящена Игорю Васильевичу Курчатову, человеку, имя которого, наверное, сейчас знают все. Но очень немногие знают, что жизнь его и его семьи очень тесно связана с Симбирском. И, собственно, когда мы задумывали эту выставку, вот именно эта тема, симбирский период жизни семьи Курчатов, была одна для нас основной и самой главной. Выставочную экспозицию помогал создавать Дом-музей Курчатова в Москве. Теперь это Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», который поделился раритетами. Этими предметами пользовались Курчатовы, когда жили в Симбирске. На открытие приехала автор книги о Курчатове, доктор исторических наук Раиса Васильевна Кузнецова. Но и сейчас, даже если взять всю нашу атомную энергетику для мира, которую он, собственно, как отец всех этих направлений начинал развивать в нашей стране и внедрять по всему миру, в общем, является спасителем всей земной цивилизации. Я не побоюсь этого сравнения. Одним из партнеров выставки выступил Димитровградский научно-исследовательский институт атомных реакторов. Мы хорошо знаем, что наш институт был создан по инициативе Игоря Васильевича Курчатова. Мы хорошо об этом помним. И несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени, наша организация была создана в 1956 году. Тем не менее, заветы Курчатова для нас по-прежнему сильны. И мы хорошо знаем, для чего создавался институт. Это развитие мирной атомной энергетики. Много теплых слов было сказано об Игоре Васильевиче, о его коллегами. Или особенность деятельности Игоря Васильевича – это коллективизм. Он очень талантливо и умело создавал коллектив, который выполнял поставленную задачу. И те люди, которых он воспитал, которых он привлек, они, в общем-то, и сделали то, что называется сегодня атомная промышленность России. А вы знаете, что атомная промышленность России сегодня – это форпост атомной промышленности мира. Во время работы выставочного проекта для посетителей подготовлена разнообразная программа, включающая публичные лекции специалистов Димитровградского научно-исследовательского института атомных реакторов. Пройдут интерактивные занятия для старшеклассников совместно с Ульяновским филиалом информационных центров по атомной энергии. Запланировано также проведение подиумных дискуссий на различные актуальные темы, таких как безопасность мирного атома, перспективы развития атомной энергетики. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.